Сегодня в Московском выставочном центре «Крокус Экспо» завершается 12-я международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Алтайский край в пятый раз выступил на ней стратегическим партнером. Первый день выставки был объявлен Днем Алтайского края. В этом году экспозиция нашего региона занимает 800 квадратных метров. Здесь, наряду с белокурихинскими здравницами, презентуют гастрономические изыски, продукцию ремесленников и даже казино. Всего на площадке товары и услуги представили более 60 алтайских компаний. Как позже отметил на встрече с журналистами губернатор, сегодня Алтайский край – это один из наиболее заметных туристических брендов не только в стране, но и на мировой арене. Кроме того, губернатор поделился стратегическим планами развития алтайского туризма в этом году. Первое – это более широкое привлечение в туристическую сферу ресурсов частных, ресурсов корпоративных. Мы несколько лет подряд активно инвестировали в туристическую отрасль средства бюджета всех уровней и федерального, имея в виду в первую очередь программу федеральную, и регионального, и муниципалитеты тоже занимались. Мы эту работу будем продолжать и в текущем году, но мы будем в разы большее количество средств иметь направленных частными структурами, частными корпорациями развития туристической отрасли.